селе Подкуровка происходит настоящая детективная история. В полицию поступило заявление от администрации Тереньгульского района по поводу незаконного строительства на территории населенного пункта. Неизвестность, как часто бывает, порождает множество слухов, будто бы с санкцией администрации в селе хотят построить скотобойню и разместить скотомогильник. Рядом с предполагаемой стройкой находится водонапорная башня. Стоит ли говорить, что в подобном случае может произойти экологическая катастрофа? Здесь у нас арендуется земельный участок одним из физических лиц, которые проживают на территории Подкуровского сельского поселения. Все вот эти постройки, они не зарегистрированы, право собственности на них не зарегистрировано, и в свое время они были куплены крестьянским фермерским хозяйством под разбор как стройматериал. То есть все вот эти постройки, они на самом деле не зарегистрированы и не являются официальными. Как только от обеспокоенных подкуровцев поступил сигнал в администрацию района, была создана рабочая группа. Она неоднократно выезжала на место стройки. Правда, обнаружить какие-либо признаки жизни на месте возведения мнимой скотобойни им так и не удалось. Первое появление представителей властей спугнуло строителей, и они больше носа не кажут на стройке. Но по прибытию сюда здесь никаких рабочих, никаких строителей не было. И также неоднократно мы сюда после этого уезжали, никого здесь нет. Имя арендатора известно, но помещение, предназначенное под снос, передано им инвестору для строительства. А вот его личность еще придется установить. Так же, как и то, что на самом деле хотели построить в Подкуровке. Но в администрации района однозначно заверяют, что все волнения жителей напрасно. Скотобойни скотомогильнику появиться не дадут. Но в любом случае скотобойни здесь не будет, потому что здесь не позволяет санитарная зона. Что ждет стройку? По закону она должна быть остановлена, а само сооружение разобрано. В администрации района заверяют, что все таким образом и сложится уже в ближайшее время. Егор Цитов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.